Приветствую, бойцы. Как у вас дела? Как настроение? Ангар новичка крепчает. Качаю я сейчас Равану. Пулеметы на нее. Потом саму Равану буду доводить до 9 левела, потому что там откроются все пассивные модули. И поставлю сюда, скорее всего, армор кит. Увеличу хпшку. Также Равана, вы видите, у меня эвентовская с бивнями. А если робот эвентовский, он имеет на 10% больше хп. То же самое касается и титанов. Если пушка эвентовская, там бонуса никакого нет. Просто внешне красивое орудие. Мастерскую произвожу Хока, он очень долго производится, всего лишь 3 ячейки, ну думаю, завтра, послезавтра откроется у меня 4 ячейка, достигну 15 левела. И процесс пойдет несколько побыстрее, да, жду не дождусь. Также на стримах я открываю особые поставки, кто на стримах не присутствует, посмотрите, вот такие призы у меня. Джерри выпал, это классный пилот на Диметру, рекомендую именно ее, это вроде бы девочка. Там еще есть андроид, андроида не рекомендую. Он имеет уникальную способность, единственную в своем роде, он восстанавливает невосстанавливаемую часть хп. Но он восстанавливает настолько ее мало, что возникает вопрос, а разумно ли стараться получать этого пилота и качать его. Джерри-то имеет классную способность, когда вы ремонтируете себя и союзников, вы стреляете на 20% мощней. И представляете, если вы ремонтируете титаны, что это будет? Это будет, не знаю, там, разрыв всего и вся. Ну, постараюсь получить шериф Диметру. Неоднократно уже заявлял, но что-то пока не везет. Вендорская моделька красивая, еще плюс 10% дополнительный хп. Все великолепно, круто, но она нифига не выпадает. Так, по новостюшкам пробежимся. Первая новостюшка, разработчики заявляют, скоро на полях сражения будет булава Кистен, это самонаводящиеся ракеты для титанов, бьют больно, далеко, мощно, целиться особо не надо, можно находиться в укрытии и долбить врагов. Боюсь, что игра превратится в переплюйку, все будут находиться в укрытии и обстреливать друг друга. Ну, возможно, разработчики это продумали и все будет в балансе, надежда есть. Следующая новостюшка, супер сундук у нас скрывается быстрее, со 2 по 5 число. И плюс к этому, сегодня добавится акция, еще пока не добавилась, улучшение титанов на 25% быстрее. Скорее всего и титаны улучшаются, и пушки, и пассивные модули для титанов также будут качаться на 25% дешевле. Ну, полетели дальше, новость классная, но это нужно все анализировать и продумывать, что именно качать. Очень тщательно подходить к прокачке титанов. Следующая новостюшка веселая, на Reddit нашел классную картинку, ангар мечты, он состоит из 5 титанов, а возглавляет всю эту бригаду казачок. Казачок выступает в роли мощного здорового титана, на молотах казачок. Далее у нас бежим. Тестовая сессия сегодня, завтра, послезавтра будет происходить в игре War Robots и будет какой-то, вот как видите, поддержка с воздуха, вы будете, надо, рекомендую вам и сам хочу потестировать, что это вообще будет. Вы как бы вроде бы как будете вызывать огневую поддержку с воздуха и что-то с воздуха будет долбить вражеского робота. Ну, вроде как визуально смотрится прикольно, главное, чтобы не было перегиба в сторону дисбаланса, естественно, чтобы донатеры нажимали кнопку и издалека всю команду убивали. В принципе, как на с булавой будет, ну, с самонавяжками для титанов. Да, интересно, интересно. Ну и также на тестовой сессии вот такие изменения тестируются. Каждую тестовую сессию разработчики там что-то другое пробуют, меняют. Вот сейчас они пробуют, чтобы шаранги уменьшить прочность. Наверхники титанга не поняли, что переборщили, наверное, с хпшкой. Экспериментируют минус 10% по хп ему. Также нодус они продолжают прощупывать, чтобы он остался играбельным. Но не так имбовал. Скорость ему минус 15, очки защиты минус 37. Бонус за ремонт 20%. Дальность ремонта было 600, стало 700. А раньше разработчики заявляли, что он дальность ремонта 75 метров, и они увеличили до 100. То есть сами не знают, как он работал, сколько дальность ремонта работает. Не знаю, останется Ноденс играбельным при таких характеристиках. Посмотрим. И, соответственно, с бонусом, вернее, с акцией по прокачке титанов. Минус 25%. Возникает вопрос, что качать? А вы подождите, вот сейчас разработчики в следующем обновлении что-то там то ли плохое, то ли хорошее, то ли ради баланса, то ли ради получения дохода что-то будут менять с титанами. А вы возьмите и подождите, что будет потом, какие будут окончательные цифры. Акции идут, ничего страшного, потерпите, копите платину. Как, соответственно, пройдут все эти ребалансы, будет понятно, что будет играбельно, что будет неиграбельно. И, соответственно, буду, в принципе, я качать, и вы будете качать. Я тоже ничего не качаю, терплю. Жандармы почему-то минус 10%, Крайт
ну, на ваших экранах, он станет более мощней. Страйкер, новые пушки, лазер, если правильно помню, плюс 12%. Сквал и гром, это дробашины титана, разброс увеличивают, потому что они очень классно стреляют. Сейчас будут стрелять не очень классно, а у грома еще и урон минус 10%, то есть вооружение, возможно, будет не так имбовать, как сейчас оно имбует. Сейчас оно реально нугибает на большом расстоянии даже. Ну и по традиции Platinum Armor Kit и антиматерии минус 7%. Не взлюбили разработчики данные пассивные модули. Странно, но сейчас Артура Титана нет. Возможно, разработчики отстали от него. А возможно, уже получили необходимые данные. И в принципе, его больше на тестовый сервачок не выпускают. И так им все понятно. В общем, полетели воевать. А бой начинается, гонка за маяками, не забывайте на канал подписываться, ставить лайкосик, все дела. Анцензори, что-то это, зацензурено что ли? А нет, наоборот, без цензуры, анцензори, да, цензори это цензура, без цензуры, ну тебе и ник, что это значит? Так, у него Вортекс и Афиды, парень будет работать как эти титаны, титанские современные пушки, будут стоять в укрытии и накидывать. Раньше такая сборочка была, где анцензори? Раньше такая сборочка была просто... Ну, имбовая, можно так сказать. Нажимаем ремонт. Так, давай, давай, давай. Ремонт не может справиться с лучом смерти Хока. Ого себе, ни хрена себе. Там, по-моему, Хок весьма неплохо прокачан. И, в принципе, сталкер у меня закончился. Так, можно здесь появиться резко на Наташе. Давайте выйдем и Хока этого заберем. Нет, не Хока, надо этого сначала забрать. Ого себе, я умираю. Да, да. По-моему, продолжается та же самая беда, что была и на стриме, есть сейчас, в начале месяца, не очень адекватный подбор, мягко выражаясь. Каждый месяц пиксоники сбрасывают очки игроков, и потом в начале месяца, первых чисел, вплоть до 10 числа, происходит жуткий дисбаланс по подбору. А ты что, Вэлэд, что ли, ремонтирует своих союзников? Тогда мы тебя будем убивать в первую очередь. Нажимаем ремонт, у меня атака возросла. Ну и, в принципе, я иду на допустимые потери по ХП. Нормально. Саппорта убили. Так, фьюжн прыгает, великолепно. Гейм ладент. Ё-моё, чего какие-то странные ники. Ну и, в общем, каждый месяц пиксоники сбрасывают очки. Кубки эти. Скорпион. Меркурий. Астрал. До свидания. До скорых встреч. Фьюжн тебе на Нахана. Он встал в позу, активировал энергобарьер свой. Быстро восстанавливающийся, но он ему не поможет. Так, выпиливаем, выпиливаем, выпиливаем. Ой-ой-ой. Вот, и Равана даже на криопушках. Так, заканчиваю мысль. Каждый месяц у пиксоников происходит, в игре их происходит бред. Сбрасываются кубки, и вполне вы можете на новичковском аккаунте, если вы новичок, вполне встретить на полях сражения вплоть до 10 числа перекачанных амбалов, у которых есть все вооружение, что есть в игре, и причем оно прокачано хоть до 12 МК2. Спокойно. Там и титаны будут вам современнейшие и так далее. Так, опять Вэлла. Так, давайте нажимаем ремонт, идем на допустимые потери. Саппорта убили, самое главное. Сейчас Наташу быстренько запилим. О, пунишеры отжигают, а. Давай. Так, уходим не в астрал. Скорпион на тулумбасах. Тулумбасный скорпион, да поставь себе пулеметы. Опа-на, кто-то меня снайпернул. Поставь пулеметы обыкновенные, они то будут лучше, чем тулумбасы. Ты не угадал со сборочкой, не угадал. Нажимаем опять ремонт. Благо, энергоблоки есть. Если бы не энергоблоки, вообще бы делать мне было здесь нечего. Равана бы умерла уже у меня бы раза два. Так, работаем. Сбросили обойму, нажимаем астрал. Нажимаем еще раз астрал. Видим, что левая ножка у меня искрит, сломалась. Ай-яй-яй. Так, отступаем. Так, ты там снайпер у нас великий, да? Так. И современный там робот. Но не сильно он тащит. Ух, тут у нас Хок имеется. Тоже на Афидах вортексах. Кстати говоря, вот эти пушки тяжелые, тяжелые вортексы. Как они называются, не помню. Термиты вроде бы. Это там вообще, они какое-то вооружение недооцененное, мало кто его использует, а оно лупит просто, вы охереете. Так, нажимаем астрал, что-то мне очень хреново. Наша команда как-то не сильно идет в атаку, видим, что да. Кто-то на вортексах играет, кто-то там что-то еще. Вот, посмотрите, как классно раздолбил Хок на вортексах. Имейте в виду, не знаете, что качать, боитесь, что понерфят, вот качайте вот эти термиты.
Вооружение самонаводящееся на 350 метров. Оно реально им будет. Но топы его не используют, потому что ну, на этом вооружении особо в атаку не походишь. Можно неплохо из укрытия накидывать. Ну, а топы используют и предпочитают гонку за маяками. А повторюсь, гонки за маяками нужно бежать вперед, шашкой на голову всех резать. А если у тебя самонаводящиеся ракеты, им нужен захват. Еще на расстоянии 0 метров попробуй захватить цель, если на пацаны мельчишит влево-вправо. Ну, в общем, поэтому топы и не используют данный вид вооружения, а он реально имбовый. Так. Что-то странно бегает игрок Т-999Q. Я думал, активировать мне верхнюю пушку, не активировать, но думаю, нет, лучше по Артуренчику постреляем. Так, нападай. У нас три маяка, теперь, так скажем, вы должны суетиться, у вас должны быть проблемы, у вас уже проблемы, тем более, опять, смотрите, кит играет как-то очень плоховато. Запилили. Аккуратненько работаем по Артурчику. У Артурчика там ракетное вооружение. Все? Нет, не все ракетное вооружение. А, у него два пулемета и ракетница. Так, отступаем, давайте дадим волну, и он будет постепенно выгорать. Он дал свою волну, а у меня-то волна долго выжигает, и она мощно выжигает, кстати говоря. Кто? Волна у Кида лучше, чем волна у Артура. Если так разобраться-то. Больше повреждений наносит. Так, он решил сдать назад, я опять даю волну. Блин, Хок, помоги, пожалуйста, с Артурчиком. Я катастрофичные потери несу. Никто не помогает. Ну что же за команда такая? Опять даем волну. Волна. Я волна, новая волна. Так, активируем защиту. Активируем пушку. Она активируется одновременно одним нажатием кнопки. Ну и начинаем с Артурчиком ПВП-шицу дуэлиться на расстоянии 0 метров. Вроде бы я должен его запилить, да. Мне еще немножко помог мой союзничек. Капец. Вот всегда помогайте своим союзникам. Ну вот, соответственно, что я теперь могу поделать? С таким количеством хп. По-моему, нифига. Но враги заканчиваются. Это, естественно, меня не может не радовать. У них всего лишь 3 бойца. Давай, товарищ лево. Так, я сильно не буду в атаку идти. Нифига там у него фаерболы, по-моему. И он ремонтируется еще. Так, отлично, там где-то Артурчик. Поэтому я особо в атаку и не хочу идти. Так, прячемся. Случайной пулей меня убило. И, по-моему, наши бойцы резко закончились. Теперь бой идет 3 на 3. Да, неизвестно, чем закончится. Дорогие мои синие сокомандники, я вам ничем помочь не могу. Но вроде бы анцензоры, да? Зацензурены, или вернее, без цензуры. Сейчас маячок захватит и будет все нормально. Вроде бы должны победить. В общем, полетели в следующий бой. Итак, следующий бой. Пошла жара. Давайте не побежим под пастовым местом. Можно, конечно, так бежать через поле. Но там все открыто. Слушайте, мой сталкер опять что-то бахает там, как будто приземляется. Вчера на стриме такая же проблема была. Вот, включай погромче. Да, у сталкера происходит постоянный зависон. Разработчики, если вы вдруг слушаете меня, обратите внимание. Сталкер у вас забагованный. Он бегает и постоянно как будто бы приземляется. Хотя на самом деле я просто бегаю по ровной поверхности. Кто это такой, так высоко летает? Хаверок по-любому. Так, и какая-то команда, делегация идет на наш правофланговый маячок. Ого себе. Но я эту делегацию не смогу остановить. Идите забирайте маячок. Я пойду уже захвачу тот маячок, который никто не обороняет. Это робот Болт вроде бы. Он не может похвастаться. Ох ты, его классно снаперят. Болт не может похвастаться большим количеством хпшки. Но у него есть афитки. У него 3 легких слота, и 3 афитки поставить, и... О, афитки вообще по мне промазали. Бам. Самонаводящиеся ракеты по маленьким и быстрым целям работают отвратительно. Ну и возможно, когда сейчас начнется эпоха... Ого себе. Эпоха титановских афидок. Маленькие роботы и быстрые будут в игре воробот чувствовать себя неплохо. В принципе, они и сейчас себя чувствуют неплохо. В игре воробот нужно очень быстро бегать. Чем быстрее бег, возможно, это связано с движком игры, возможно, там не успевает что-то обработать, просчитать. И чем быстрее ты бегаешь, тем ты больше живешь. Чем меньше твой робот, чем он быстрее, соответственно. Да задолбали, давайте нажмем не... Как вы меня убили-то, а? Чем ты меньше по размеру, чем быстрее ты перемещаешься, скорее всего, из-за особенностей движка игры, тем, соответственно, ты меньше повреждений получаешь. Так что вот небольшой лайфхакер.
бах, бах. Пулеметики, пулеметики. Дробаши хорошо работают только вблизи. Сверху два тандера, которых я не прокачивал. Они стоковый, пятый левел, сразу же идут. Более-менее прокачаны, то есть. Вот издалека стреляем, минимальнейшие повреждения я наношу. Ну давайте нажмем ремонт. Чё так больно вы бьете? Ремонт вообще что-то мне не помогает. Вы что-то прокачаны? Хрен его пробей. Враги нас давят, и, по-моему, наша песенка спета. Так, работаем, работаем. Потом, соответственно, у меня нарывание будет. У пилота умение уменьшение разброса. И, соответственно, мои пулеметики будут неплохо стрелять даже вдаль далеких планет. Так, давай, 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 давай. Пока у меня КДшка, я прячусь. 10 секунд, в принципе, топы не приемлют КДшку вооружения 10 секунд, для них это чересчур долго. Ну, я думаю, если у тебя ни хрена... Опа, у него щиты сработали. Щит абсурд. Если у тебя ни хрена нет, пулеметы отличное вооружение. Даже, мне кажется, можно прокачать их в топ. Просто нужно 10 секунд как-то погаситься где-то. Где-то загаситься. На Раване это можно легко сделать, потому что у него есть два страва. Если есть пилот родной Арнавпо, там можно гаситься целых три острова. И за это время как раз у тебя все и откадешься. Твои вонючие, никчемные, ненужные пулеметы. Сейчас у меня залаговало, что-то там дергалось. Не знаю, с чем это связано. Очень интересно. Скорее всего, движок игры. Так, нажимаем астрал, у него имеется газ, газ хорошо лупит вблизи, у него еще арден, оказывается, газ красивенький. Так, взял Равану и сразу жизнь начала налаживаться. Возможно, начала налаживаться жизнь, потому что союзничек взял Локи. Взял Локи и стало нам получше. Хоть кто-то стал бегать по маньякам, не только я один. У Фьюджина, вот видите, какой классный энергобарьер, он быстро восстанавливается. Но против Пулишера, я не знаю, разработчики... Чё никто на пунишерах не играют? Вот я вот реально обдумываю тот момент, чтобы сделать ангар из пулеметов. Реально. Блин, что-то зря по центру побежал, однако. Я думал, я буду, подумал, долго буду оббегать все это там слева, справа, пробегу как я на центр, вот к этому Алджуну, да, вон тот маячок, просто в наглую. И как видите, как я вам и говорил, в наглую лучше в игре Warrobots не поступать, лучше от укрытия работать. Всегда где-то должно быть по твоей жопой укрытие, чтобы в любой опасности ты мог сдать назад и свою тушку спрятать где-то. Так, активируем верхнюю пушку. Сразу же напоминаю, укид активируется сопротивление уроном повышенное. Работаем издалека, там какой-то паучар или кто, паука запит. Там вообще много роботов даже, оказывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пол хпшки я уже потерял. Так, прячемся. Блин, Артура нужно валить. И вот куда мне спрятать мое тельце, да? Мне лучше всего какое-то укрытие, чтобы сверху я мог свою тяжелую пушку выставить. Но, к сожалению, такого укрытия нет. Ну, давайте так поработаем. Блин, там по мне этот стреляет, негодяй. Так, сдаем назад, прячем корпус робота, выставляем. Че, здесь уже, что ли? Не, так дела не делаются. Че так слабо наша команда себя проявляет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас, во, появился кит, мочи его. Мочи манту. 6 тысяч хп, это вообще ни о чем. Офигеть. Ну, смотрим, вражеская полоска почти практически на нуле, но мы что-то теряем маячки катастрофичной скоростью. Если бы хотя бы два маячка еще полминутки у нас побыло, возможно, мы бы... Оба, блин. Возможно, мы бы все-таки победили. Так, давайте издалека поработаем по скорпиончику. 4000 хп у меня. Давай, о, попадания немножко имеются. Блин, все развалили меня. Так, три маячка. Все, сейчас победим точно. Вот Локи, вообще красавчик. Там по-любому Локи бегал по маякам. Красивый, кстати говоря, скорпиончик. Вооружение ни о чем, арканы не рекомендую. Пусть даже тараны, пусть даже пулишеры, но не арканы. Арканы какой-то фигней стало. Так, так. Ну почему-то у меня маяков 4. Локи бегал-бегал, а маяков много не насобирал. У врагов все бились как тигриные львы, примерно одинаково, а у нашей команды один вообще не играл, а один что-то слабовато, 300 тысяч даже не набил, и он 30 левела, и он еще с iOS. Ну, игра мобильная, возможно, разрыв соединения, а возможно, он просто не хочет играть, сливает лигу, танкер типа. Полетели дальше.
А бой начинается, у нас новенькая карта, современнейшая. И Лео на зенитках с лазером, пинаткой. Наркоман. Если ты хочешь сделать артиллерийскую сборку, ну ставь на зенитку и норики, а у него пинатка стреляет 300 метров. Зенитка, там еще какой-то лазер, просто бред. Бред, я по-другому не могу сказать. Самое культурное слово — это бред. Забираем один маячок, оглядываемся налево. Если здесь какой-нибудь там снайпер, который меня сейчас в бочину засандалит, что-нибудь. Есть снайпер, поэтому давайте нажмем. Ну типа не снайпер, ну дальнобойный робот имеется. Нажмем невидимость. Я слушаю звуки. Мой сталкер создает, издает. Опа, на него ракетное вооружение. Имеет сплэш, поэтому даже если буду в укрытии, буду получать повреждения. Ты что, типа опыт? Он реально опытный боец. Вот этот Лезерус. Знает, как работает механика игры, там всякие сплэши знает. Молодец, красавчик. Стреляет не в стенку, а рядом со стенкой. И, соответственно, я получаю из этого повреждения. Молодец, красавчик. Так, у этого тоже ракетное вооружение. Он тоже стреляет не в меня, а рядом с укрытием. Да что же вы творите-то? Чего же вы все такие опытные? Вот сейчас у него ничего не получилось. Но, в принципе, я тоже повреждений по нему не наношу, потому что он разорвал расстояние. Далековато он уже находится. Так, здесь давайте бегаем. Опа-на! Кто там сзади меня появился? Наташа. Наташа против Наташи. Серьезный заруб сейчас будет. Наташа, иди сюда. Там еще Лео нападает. А вон там Лео, занимайся Лео, а я буду заниматься Наташей. Так, нажимаем ремонт. У меня атака возрастает. Ну и, соответственно, повреждения, которые буду получать, буду залечивать раны. А я, в принципе, повреждения минимально получил. Подходим к Лео поближе, чтобы Дробаши Тандер заливали как можно больше дамага. Ибо у них имеется разброс, чем дальше вы. Ты че еще прыж сюда, ё-моё, блин. Тебя еще не хватало, вали отсюда. Бах, трах. Так, ну давайте нажимаем ремонт. Пока энергоблок есть, будем. Ай-яй-яй, мансим. То есть перемещаемся влево, вправо, чтобы фьюджин промазал по мне. К сожалению, сейчас пулеметы были на КДшке. Вот поэтому топы не используют пулеметы, потому что в самый неподходящий момент пулеметы на КДшке. Пулеметы были на КДшке, и, соответственно, я только одним тандером работал, потому что другой тандер мне Леву отстрелякал. Бах, бах, бах. Забрал меня. А не проблема, а не беда. Может, титана. Ну ладно, потом титана возьмем. Сдупиливаем. Давай. Бах, он стрелял своими там кандуан, или как эти пушки называются, снайперские. И, соответственно, он промазал, потому что я перемещался. Так, по плану у меня, на Равану, вы знаете, скорость поставить. Это в приоритете, даже пусть механика потом поставлю, где-то в последнем умении. Самое главное — это скоростушку. Давай. Запилил. Также в игре Воробос, там раньше, опа, нихрена у тебя тандеров сколько много. Тандер, а сзади что такое? А, сзади не тандер. На буче хорошо смотрятся все тандеры, кто не знает. Так, отступаем, нажимаем ремонт, потому что пулеметы на КДшке, астралы закончились. Я ничего не мог поделать. Что делать на буче нужно? Если вдруг вам буч выпал, ставите 4 пулемета, стреляйте первым набором вооружения, тандеры опустошились, подключайте, меняете, соответственно, опустошенные тандеры убирайте назад, которые уже с полной боевой подключаете, и стреляете, и опять, соответственно, у вас высокая огневая мощь. Тандеры опустошились, потом обратно опустошенную боевую убираете, которая, соответственно, перезарядилась, достаете, и опять нехилые повреждения наносите. То есть буч для начальных лиг, в принципе, такой нормальный боец. Классно, выпиливают пунишеры. Ну, соответственно, не один стрелял, там у тебя что-то еще там было. Тоже были пунишеры у него и снайперская пушка. Поставь тандер, будет круче. А если есть, купи эвенджер, будет вообще просто огонь. Так, нажимаем ремонт, атака возросла. И, соответственно, хпшку я чиню. Новички любят ставить стан, а кто-то даже любит прыгать. Ну, извращенцы, ну или не понимают. Ставьте ремонт, ставьте. Когда у вас, тем более, роботы не прокачаны, когда хпшки мало, ремонт вам поможет. Я сегодня могу понять, почему его, когда сюда пускают, у меня хпшка не уменьшается. Здесь же типа лава, и тут все-таки стекло какое-то есть. Судя по всему, какие-то искры пролетают, здесь открытое пространство, я должен, по идее, получать повреждения. Но нет, вроде бегаю не по лаве. Так, выжигаем. Издалека работаем. Тандер издалека. Минимальнейшие повреждения наносит. Опа, на титаны появились. И вам добрый день. Так, пулеметы на КДшки. Отправляем.
и побежали в по астральным мирам, в фашифте, так скажем, встроенного в Равану, чтобы не получать повреждений. Так, ты хочешь меня запилить, у тебя молоты, да? Так, давайте поремонтируемся. Давай. У меня ремонт, возросла атака. И сейчас ты просто офигеешь. Пунишеры, естественно, молоты в ближнем бою перестреляют по урону. Так что Гриффин шансов нет. Прыгай ты, не прыгай. Опа-на. Прыгай ты, не прыгай, тебе хана. Ну, сейчас ты мне, естественно, заберешь. Красавчик. Так, где проблема у нас? Здесь проблема, там проблема. На дымаечке ты справишься или не справишься? Что-то не можешь справиться. Киберсоник спешит на помощь. Ты что, слева не смог справиться? Ну ты, блин, балбес. Привет, привет. Судя по нику, Чон Ден Дай. Ой, даже не знаю, я думал, он вьетнамовец. Но вроде бы не вьетнамовец. Так, так, атака пошла сюда. Ну и давайте здесь поможем нашим. Активируем верхнюю пушку тяжелую. И давайте заливать. Та-та-та-та-та-та-та. Пушки также не качаю, потому что не знаю, на каком титане я остановлюсь, какой титан будет у меня основной в ангаре. Я все-таки думаю, что нашей команде, ну вообще, как в рандомных боях нужна, да не только в рандомных боях, нужен лекарь. Пусть даже пиксоники, не знаю там, что сделают с Ноденсом, будет ли он играбельный, не будет ли играбельный, но все-таки подожду, посмотрю. Все-таки, я думаю, нужен Ноденс. С Ноденсом выживаемость и эффективность команды возрастает... Многократно даже так можно сказать. Так, так, так. Этот находится в укрытии, молодец. Хорошо используешь всякие там рельефы местности и естественные искусственные сооружения. Так, вместе мы с роботом 10-284 захватим маячокер. Блин, как бы этого выковырить, а? Молодец. О, пошло попадание. Активируем тяжелый слот и тра-та-та-та-та. Великолепно. Затоптали мы его. И еще один боец у врагов имеется. Что-то там медленное. Это Наташа вроде бы. Наташа, ну давайте. О, и там еще и грифак появился. Издалека работаем. Видим, что попадание все-таки происходит. Давай, давай, Наташка, Наташка, какашка. Красные лазеры у Наташки, это что значит? Там у лазеров какая-то там есть прокачка, я уже забыл. Если там полностью прокачанная, там один цвет, не полностью прокачанная, другой цвет. Пилот ЗРР. О, о, назад, 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 назад. Нихрена себе, вот это таких приколов я еще не видел. Резко сдаем назад, работаем по счету Артура. В киберспортивном режиме корпус робота спрятали и начинаем по нему заливать с одной пушки. Так, пришли мои друганы, банда. И мы начинаем просто жесткий размен. Кит тоже боится, мой союзничек, немножко сдает назад. Я от укрытия работаю, корпус робота, видите, стараюсь спрятать. И одновременно работаю одной пушкой, ну, легкой, одной пушкой тяжелой. Артур выдержал атаку, молодец, молодец. И давайте посмотрим, что за лазеры были у бойца. Серебра насыпали мне просто, да хрена, почему так много? Да потому что мне урона, понятно, много. Киллов много, посмотрите, вы такой видели на новичковском аккаунте, который где там, который 122 победы, столько киллов, 15. Я балдею, 3 маяка. А бусты на серебро не работают, почему такие две звездочки? Ничего не понял. У меня бустов на серебро нет и вроде бы прям аккаунта у меня нет. Ну, такие звездочки означают, что повышенное количество серебро или за счет бустов, или за счет прем-аккаунта. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Так, надо посмотреть бойца ЗРР. У него вроде бы были лазеры, да? Блин, союз он. Я хотел посмотреть прокачку лазеров. Давайте возвращаемся в ангар. Посмотрим, что за чудо-юдо, почему у меня какие-то там повышенное количество серебра. Ты достиг уровня 28. Ого, бомбезно. Так, у меня прем-аккаунт действует? Не действует. Бусты на серебро действуют? Не действуют. Получается, повышенного коэффициента по серебру я не получал. Просто реально заработал почти полляма серебра. На этом, в принципе, все. Удачи вам прокачки. Покеда!